Комплекс жилых домов по улице Академика Заболотного – уникальный проект в жилой застройке Киева. Этот дом построен в виде сот, каждой секции присвоен отдельный адрес. Таких секций в доме более 60. Все они без исключения панельные, разной этажности от 12 до 21 этажа. Строился комплекс в 1987-1990 годах. Каждая сота формирует собственный просторный двор. Во многих высажены деревья и цветущие палисадники. В целом во дворах достаточно чисто. В неплохом состоянии большинство парадных. Все оборудованы домофонами и пандусами. Во дворах есть детские площадки, зачастую старые, но ухоженные. И места для парковки машин. Асфальтное покрытие местами требует ремонта. Рядом с домом находится торгово-развлекательный центр «Магеллан» с гипермаркетом, магазинами и кинотеатром. Поблизости школа и детский сад. Небольшой продуктовый супермаркет «Фора», парикмахерские, оптика и несколько аптек, отделение разных банков, торговый комплекс «Феофания». В пешеходной доступности находится и станция метро «Теремки». В целом, состояние большинства домов комплекса можно признать вполне удовлетворительным.